привезли работы в галерею на регистрацию перед выставкой. Как же они мне нравятся! Какая же красотища! Такие клевые кареты. Вообще. Бип-бип. Шикардос. Мои любимые машиночки. Хочешь увидеть больше? Садись на трамвай через 15 минут. Будешь в Верхней Пышмы, в музее техники. Надо туда добраться обязательно. Какая красота вообще. Прям бери и рисуй. Какой вообще клёвый клопик. Это такой грустный какой-то. А это такая веселая машинка. Это мальчик, а это девочка. Блин, не успела, пацан. Поднимаемся в инцентр. Посмотрим, как все это происходит. Вот мы уже составляем акт приема работ на выставку. Номер моего стенда 8. Вот эта куча будет висеть на 2 квадратных метрах. Интересно, сколько я увезу обратно в мае. Все, картины сдали, оформили, посчитали, сделали этикетки, подписали акт. 17-го придем на монтаж. Хочу присутствовать на первой своей такой выставке. И 18-го выставка. Так что ура! Купила в галерее вот такие открыточки. Это акварель, печать. Очень мне было интересно на будущее. С весной счастья и тепла. И вот такие замечательнейшие художественные булавочки. Кисточки. Как я люблю в кружечках. Палитра. И вот такая. Это булавка, а это значок. Значок художника. И тут камушки натуральные. Ну, это я к тому, что я куплю, и у меня кто-то.